Так. Всем, кто на YouTube смотрит прохождение, снова здрасте. У нас тут просто небольшая пауза была. Трейлер Европы вышел. Пошел его грузить, и в процессе я тут, как бы сказать, заново, в общем, начинаю миссию, на которой остановились. Но будем считать, что первая часть у нас была Земля, пробуждение, а сейчас будет Титан. Большое количество электрической энергии перенаправляется в все остальное. Ага. Это может означать только одно. Там сеть процессоров. Мощных процессоров. Даже способных расшифровать сигнал Кабал, что мы перехватили. К сожалению, нам неизвестно расположение этих процессоров. Так что тебе придется там поразнюхать, не привлекая лишнего внимания. Страж, найдя процессоры, мы можем переломить ход войны с Красным Легионом. Без них... Я не знаю, что нас ждет. Не, ну Варикс это круто, я не ожидал, что он там тоже будет. Потому я еще услышал такой знакомый голос, знаешь, как у прислужника того. Да, да. Не хватает вот этого вопросительного. Да. Вот, кстати, странно, что они без него это сделали. Ну, без его этого. Yes! Он там ведь еще глючный был, типа. Этот, как его называют. Я сперва подумал такой, да не. А потом, да ладно. Сам Варикс объявился. Кто такой Варикс? Ну, это один из приближенных королевы Марасов, ну, пробудившихся. Ну, то есть, у нее там есть свой собственный дом падших, который ей служит. Вот я забыл, как он называется. Дом справедливости, там, дом верных какой-то там. Зеленый, короче, ребята. Наверное, дом верных. Я не... Ну, кто помнит, в чатике, можете написать. Варикс же как, у него еще титул такой. Варикс, да, Варикс верный, да. Вот, да, вот, наверное, дом верных. Он, короче, был чем прикольный, ребят, Варикс этот. Вон он, один из терминалов доступа, которые мы ищем. У нас локация, да, вот, миссия сюжетная. Миссия, блин, а этот, как его называют? Тюрьма старейшин. Активность для трех человек, которая появилась здесь не один. Бинго. Именно оно. Это была первая такая активность, где матчмейкинг присутствует, но при этом это не рейд. То есть это такое, знаете, предтечье всяких эскалационных протоколов, вот всего вот этого дела. И у нас там были различные челленджи, которые мы там проходили. Мы убивали там мобов, боссов и так далее. То есть это все было задолго до того, как это стало мейнстримом во второй части. Одновременно с испытаниями Осириса появилось, и Варикс был там комментатором. Ну, держал вот эту активность. Ну и вообще там был вендором на рифе. Ну, на этом. Опять же, на дворе королевы. Дом справедливости. Ага, спасибо. Руны Улья черпают энергию из другого измерения, где нет никакой разницы между словом и его значением. Когда Улей размыл барьер между своим измерением и нашим, поиск процессора, руна смерти стала сама нести смерть. Кажется, Улей прорубил нам дорогу. Можно спуститься в ту дыру. Сейчас мы точно на территории Улья. Верно. Как можно меньше разговоров по рации. Не надо привлекать лишнее внимание. Ну типа да, Варикс. А так вот Варикса первую часть любили, он такой забавненький. Ну, блин, я скажу так, что всегда прикольно, когда у тебя есть союзник, там, падший. Я не знаю, там, например, из кабалов. А по сути, да, у нас была же история, по-моему, с Кейдом, где он с какой-то там из падших, ну, отстреливался от врагов, ну, и они объединились на какое-то время, но потом она все-таки попыталась его убить, и он ее убил. Хотя там он интерпретировал это так, как будто, ну, она хотела умереть, как поэтому... несчастный случай. Не, ну, она хотела, типа, умереть и бросила ему пистолет, ну, как-то так, я вот уже точно не помню. Ой.
Вообще, у нас же тут на Титане есть миссия, где тебе дается выбор убить Улей или убить Павшего. И он тогда один из них тебе помогает, вроде Павшего. А, да, что-то вспомнил. Такой умный капитан, типа. Давай, Прихлоп, спокойной ночи. Самое время ложиться спать. Не, ну может у него там время другое. Ну да, наверное. Я ничего не говорю. Но здесь мне вот эта миссия нравится, то что здесь очень много локаций там и все да, достаточно живописные. Да. Подожди, ну не сдавить. Да, и вот тут это аккуратно, тут пропасть. Угу. Это ж. Просто обидно, что эта локация доступна только когда ты пиковый туз еще делаешь. Ну и в сюжетке. Ты знаешь, вообще отдает очень сильно всякими там чужими, я не знаю. Атмосферненько. Минтракс, он нам еще миссию на эпидемию дает. Во-во, да. То есть не все падшие, видимо, решили с нами воевать. Блин, даже вот знаешь, вот на Титане вот такие локации очень даже как-то напоминают шепот или эпидемию вот делать. Угу. Не, ну тут можно заметить, да, то, что все крутые локации, они друг с другом между собой так. А-а-а. Малость. Имеют общие черты. Такая общая черта, они офигенные. Ползем по каким-то дырочкам. Пиццехватов их и от крабов не хватает. Вот, блин. Кстати, да, насчет Half-Life Alyx тоже, блин, забавная тема же. Вот, вот оно место прикольное. Тут еще червяк плавает. Большой. Я вот рад, на самом деле, что Valve все еще может. Все это дело. Спустя столько лет. О, вот тут вот, вот этот червь ползает, да. Улей не мог этого не слышать. Беги, страж. А может это один из тех, типа Зоула? Угу. Мы достали процессор, но разбудили целую колонию улья, а до поверхности далеко. Им оттуда не выбраться, командир. Танчик. Страж, опа, World of Tanks на месте. Мы пошлем кого-нибудь тебе навстречу. Правда, странно, что он тут. Обидно, что он да, без пушки. Я сперва подумал, что это какой-то не танк, а бульдозер. А, ну, да. Так и есть. Вездеход. Это дорога к сердцу аркологии. Откуда еще надо будет выбраться? Уже у штурвала готовы. Интересно, если я заряжен светом, я им больше скоро урона наношу или нет? Аманда. В танке. Да. Милишка танком. Лети быстро. И будь осторожна. Так точно, сэр. Там фанаты на движок Оликса перевозят сначала Half-Life 2. А, кстати, да. Сейчас. Проходи. Блин, я застрял. Вот. Там же вышла Black Mesa полностью. Ну, на движке Source. Half-Life 1. Они там ее сколько лет? 10, по-моему, делали. Ой, не помню. Ну, короче, очень долго. Привет, Разер. Дави, букашек. Капец, рыцарь делает щит, я его не пробиваю. Как же Аманда любит делать из танков различные вещи. Помнится, еще здесь миссия искать сундуки, Кейта. А, ну да, пиковый туз. Не, ну вот типа, прикольная локация. Это все уйдет. Да. Вижу тебя, приятель. Скоро встретимся. Молодцы, вы оба. Атмосферненько. Доставьте процессор в центр. Мы расшифруем эти сигналы. Наконец-то дела. Уже пошли немного скоро напоминает. Как бы сказать, бегущего по лезвию.
Видел вот опять же, трейлер. Да, когда проходил эту миссию, я думал, что, блин, можно было и вон туда дальше уйти. Там, к земле. Живой. Еще. Они зовут его Всемогущим. Жемчужина в короне Красного Легиона и детище его лидера, Доминуса Гоула. Гоул подчинил себе сотни миров. Сопротивление наказывалось смертью. Сопротивление видите, бесполезно. Всемогущий будьте ассимилированы. Уничтожает звезды. Звезда смерти на максималках. Да. Вот, кстати, интересно, какой всемогущий по размеру, там, в отличие от Звезды Смерти? Ну, поменьше, я думаю. Там она была размером со спутник небольшой. Чистолюбие Гоула не щадит никого и ничего. У него одна цель — заполучить Странника. И его свет. Привет, Каменский. Сейчас Всемогущий нацелен на наше солнце. Нет. Иными словами, не надо. Война окончена. Мы проиграли. Ну тут, да, тут как-то бесполезно с этим воевать, если его не снести. Да хит, он же сказал, ну гол, то что он тянет время, чтобы Странника себе починить. Так-то он мог нас сразу убить всех. Взорвав солнце. Ну а толку? Так, может, увидим его татушку? Мы построили дом под защитой Странника. Посмотреть. Когда напали враги, мы построили стену, простоявшую века. Но теперь стены ничего не значат. Новый враг захватил наш дом, лишил нас света и теперь угрожает нашему существованию. Мы бросим все силы на этого всемогущего. Когда флот будет готов к бою? Завала, стой! Промедление, смерть. Но если напасть всем вместе, можно вернуть наш дом, наш свет, надежду. Или погибнуть с честью. Мне нужна боевая группа. Мне нужны Икора. И Кейт. Три лысика возвращаются. С возвращением к вас. Слушай, не хочешь оставшуюся часть? Да, у нас вспомнить? Свободное место есть. Хотя ему пройти надо ее, а не за компанию. Сам же. Профилактика серверов Destiny. Да. Очень скоро будет переведена в режим офлайн. Надеюсь, успеем там пройти пару планет. Привет, Райзи. Но сейчас мы вроде как направляемся на Ио и Корму еще, или наоборот Кейда. Скоро, да, сперва вроде. Сейчас. А. Где тут? А, нет, тьфу. Походу Несс это с Кейда. Кейд 6 не выходил на связь с тех пор, как отправился в неизведанный мир. Найдите его. Пошли. Ну, на сюжетку Марса тогда. 18:40 выкидывает начнет. Ага, то есть у нас где-то еще час есть. Плюс-минус. Командор Завала хочет снова объединить авангард. Пока он готовит нападение на Всемогущий, мы найдем Кейда и Икору. К счастью, мы поймали сигнал, посланный призраком Кейда. Он исходит из кентавра Несс. Странно.
Кентавры — это же просто большие булыжники на окраине Солнечной системы. Там ничего не должно быть. Привет, Тапок. Сюжетка с Кином веселая. Профилактика? Ну, на час до того, как серваки врубят. 8 вечера. Ну, типа, сколько там? В 19:45 должны же нас будут из игры прям выкинуть. Блин, я не помню. Они там просто в твари писали, у меня это тоже с головы вылетело. Поднимемся повыше, чтобы вычислить местонахождение Кейда. Ну, обычно как происходит? В 7 часов вечера отключаемся, а там уже... А, наверное, нет квеста, там надо же идти по квесту. А так у тебя просто квест обновляться не будет. Да не говори юзернейм. Я вот решил ютубчика записать. Поехали. Отслеживаю сигнал Кейда. Кажется, поймал. Я по горло! Ловушки Векса! Нейроматрица! Ловушка Вексов? Во что нас втянул Кейд на этот раз? Что-то транслирует сигнал Кейда в космос. Если мы найдем это что-то, мы найдем и Кейда. Вот вспоминаю то, что в английской версии нейроматрицу зовут Failsafe, а в русской версии ее там то нейроматрица называют, то нейро, типа даже ласковые какие-то имена придумали, а там, в принципе, всем пох. Ну, не называть же ее просто тупо фейл. Сокращенно. Здравствуйте. Вы здесь, чтобы спасти Экзокейда 6? Ой, ты не Кейд. Раз 9. Ну, тут ты молодец. Я только раз 7. Здравствуй, Алиса. Ой, а теперь там. Да-да-да. Жесть. Он перемещается? Это усложняет нам... Реально задачу. Узнается ведь. Я могу Но буду при этом настоящей вреденой. Будет еще прикольно, если у нашей Алисы появится еще второй голос. Я послала вам такая, знаешь, саркастичная. Вопреки здравому смыслу. Ладно. Привет, Иллюминати. Блин, когда у нас там будет? По-моему, за 3 недели до конца сезона, как обычно. То есть это у нас велик не призвать, сука. В числах. Чем еще я могу помочь? В десятых там. Слушай, числах будет примерно. В порядке? Ты как-то странно себя ведешь. Я нейроматрица корабля «Черный исход». Зовите меня Нейро. Я усилила сигнал Экзокейда 6, чтобы его спасли. И вот вы его приняли. А, я понял. Она искусственный интеллект. Причем неисправный. Я слышала. К вашим услугам. А призрак же тоже в некотором роде искусственный интеллект. Роботоподобные инопланетные существа, вексы, достигли 92,14% конвертации. Наверное. Ну, кто-то написал же, что это какое-то существо. Даже от странника эти. Ну, да, частицы его света. Призраки. Кейд! Здесь кто-то есть? Не спрашивай меня, как это случилось. Мне некогда объяснять то, что я сам не понимаю. Понимаю. Осторожно. Или вексы вас. Привет, Нева. Телепортнулся. Вот, Анесс, я так вот посмотрел. И, блин, ну, после Земли, по-моему, это вообще самая большая локация. Ну, типа, сравнить ее, да, вот с каким-нибудь там Марсом, прости господи. Про Меркурий я вообще молчу. Меркурий надо молчать. Не, не упоминать в суе. Ио, не, Ио тоже норм. Ну, Ио поменьше, да, там. Я просто смотрю то, что если карту открыть, ее полностью-то всю не захватить в обзоре сразу. А вот его можно там, ну, все да, остальные. Да. Это голос Артема, да. Вот тут его тело еще тут бегает. Немножко другой топок. Ох, долбанный. Ну, как сказать. Эскорт? Долбанная простуда, я бы сказал.
А у тебя, ты, кстати, реально, ты немножко по-другому звучишь, но не только из-за микрофон другой. Да нет, точно. Да голос другой просто. Горло осело. Свою защиту скажу, я предупреждала. Он, типа, не очень умен. Поэтому я стараюсь не так часто разговаривать. Карту Европы смотрели? Вышла? Скинь тогда. Так прям схема, да, появилась? Добавлю там... И давно ты здесь болтаешься? Так давно, что видела, как вексы захватили астероид, уничтожили на нем все живое, переформатировали молекулы и оцифровали мозговые волны для дальнейшего изучения. Увлекательное зрелище. Дарк, эти бонусы будут работать, пока ты... Пока игра не выйдет официально, ну, DLC. Вплоть до последней секунды можешь предзаказ сделать, у тебя все будет классно. Я что-то запомнил. Тоже, блин, прикольное место. Ядро какое-то планетарное. Угу, ядро НСА. Напоминает ведь, кстати, то, что у нас было в рейде. В пожирателе. Такая-то, да, да. У пожирателя. Эту Европу уже видел? Нет, скиньте. Смотрим. Сейчас миссию допройдем и посмотрим. Если не впадло. А какие бонусы? Ну, можно посмотреть на странице Стима. Кому интересно. Вы хорошо сражаетесь с вексами. Лучше, чем мой экипаж. Я уже боюсь спросить, Нейра, но... Что случилось с экипажем Черного Исхода? Только у капитана есть доступ к этому блоку памяти. Ну там еще что-то было связано с этим. А он сдох. Или вот это вот. Кейт тупой. Экзокейт 6 за этими воротами вексов. Проходите через них. А мы еще было интересно проходить есть. Здесь дополнительную сюжетку про... Ну, про экипаж, про капитана. Это же крысиный король, да, типа? Не знаю. Нет. Или что-то другое. Конечно. Экзокейт 6 уже недалеко. Хотя мы вроде там и искали его, ну... Пропавшего там капитана вот этого, когда там мы еще наш... это, так сказать, то ли осознание осталось в каком-то в гарпии. Да-да-да. Мы за ней шли, типа, еще. О, вот это классный переход тоже. Угу. Квест на бурю натиск пишем, да. А, ну вот, да, на бурю натиск. Эй! Ты! Вытащи меня отсюда! Не можем! Гидра, что ли? Не-не, сначала она, потом уж я. Да мы тут сами поняли, братан. Отлично справляешься, кажется. Молодец. Теперь бегом сюда, пока я не исчез. Давай, быстрее, ну. Не знаю, как долго продержится портал. Кейт, да как ты... Стоп. Слушайте, короче, не думайте, что я не знаю, что делаю. Я знаю, ну, может и нет, неважно. Если вы отрубите источник энергии, цепь порталов разорвется, я отсюда выберусь. Вы поняли? Повторите. Говорите! Ладно, я скажу. Мы поняли. Как же он его прервал? Как ты? Вот почему никто не любит выпускать его из башни. Ну да, мы можем только кивнуть. Да он наш сутенер, блин, не дает нам ничего сказать. Так, вот там скинули карту, можно смотреть. Ща. Да, и скорее всего, наверное, еще и эти нижние локации будут. Ну, мне затерянные сектора, что ли? Ну да, типа знаешь, как на Луне. Ору. Просто есть
так называемая локация — пропасть Астерия. Тут написано: те строения вексов, что вы видите, лишь верхушка айсберга. То есть... можем попасть куда-нибудь вглубь. Вы наив. Айда. Пропасть Астерия. Вексов, что вы видите, лишь верхушка. Пробы скрывают посадку. Комплекс. Экзонаука Брея. Переправа Харона. А, вот там будет. Ага. А Харон — это же вроде этот, который мертвых там перемещал. По реке Стикс или как-то так, я не помню точно. Не знаю. Центр связи Европы с внешним миром. Отсюда пришел сигнал бедствия Варикса. Он, видимо, с этого спутника посылал. Ага, то есть, типа, даже не знакомка нас позвала, а он? А Варикс, наверное, да. Сигнал вот, кстати, бедствия. Ребят, кто спрашивал про делюкс издание, вот что туда входит. Показик. Картинка на локации «Неизвестность» прикольная. Тут пирамидка прям. Угу. То есть представьте себе, вот, то есть, ну, блин, вы уже играете и увидите вот именно такой пейзаж. На горизонте пирамида. У меня там так и не загрузилась, кстати, страница на компе от другом. Я такой кайфую, сижу. Понимаешь. Так, сейчас. И коллекционка такая, я скажу, ну, блин, мне сумка нравится. А это она сколько, интересно, стоит? Как машина какая-нибудь? А вот сейчас зайду. 200 бачей. Нормально. Я тут сейчас вспомнил, блин, у нас же будет квест, посвященный разработчику. А, да. Icarus Visions на ресете, коротенький. А он сегодня будет, да? Угу, после ресета. Угу. Совсем из головы вылет. Так, миссия 6 пройдет. Лады. Просефту, братюник. Придумать формочки для печенья, у них есть время. А вот решить проблему с читером, они не могут времени найти. Ну, блин, не будут они, будем делать это сами. Ну, скажем так, отдел маркетинга — это уже другая компания, ребят. Ну, работает. Подлагивает Twitch, ну да. Мерч. Нет, этот квест вообще не относится к сюжетке. Ну, они не планировали, что там человек, извините, вайпнется. То есть это просто дань уважения они там. Это вообще никакие там ни триумфу, ничего не даст. Кейт застрял в системе порталов вексов. Поможешь найти источник энергии, чтобы его вытащить? Ах да, если найти телепорт вексов, который использовал экзокейт, то можно будет отключить портал и освободить его. Так, а я как покажу. Вообще, я забыл. Хорошо, значит, нам надо найти телепорт и отключить его. Легко. А, ну да. Лол. Куда? А, не туда поехал? Да. Привет, Куки. А мы точно здесь, да? А, ну в принципе, да. Не, ну Куки, озеро теней — это не оскверненное. Далеко не. Это, знаете, вы как сейчас сравнили небо и землей. Самый легкий налет и самый сложный, буквально. Да. Не, ну если справлялись с озером, ну команда слаженная, то я думаю, справитесь. Угу. Скверненные, может быть, даже с первого раза. Не, ну если что, как пройдете, там отпиши мне.
какой лайтаут порекомендуешь, если что, играем на PS? Ну, можешь набрать высательный знак Грандмастер. У меня там прохождение лежит. Как Кейда занесла ну, всех сумма, всех Грандмастеров. Я знаю как. Во-первых, парни, хватит есть сотка. Подслушивать. А во-вторых, и какой же ответ? Нормально. Он просил никому не говорить. Спасибо, батюшка. Внимание, обнаружено. А тут ведь тоже, кстати, была миссия на какую-то экзотку, не помню. Экзокейда. Придется их уничтожить. Либо это связано с миссией Сейнта. Может, герой приключения просто. Ну я помню, да, перепроходили это когда-то здесь, в эту локацию заходили. Чатик, может, помнит то. Здорово, Гарри. Окей, Клуки. Опять Гарри без сапки. Я думала, что массовое уничтожение вексов поможет мне отвлечься от тоски по моему капитану экипажа. Мы на главной Твиче, Гарри. Помогло? Нет. Передатчик в сезоне Сейнта искали, пишут. Ага. Ну, да, это да. Это и есть телепорт вексов? Да, он понадобится Кейду 6. Возьми его. Вот тебе железяка! Я снова свободен! Вот тебе железяка. Я свободен. Кейд, ты где? Словно птица в небесах. Ты меня освободил, а? Ха-ха. А где это я? Экзокейт, вы находитесь рядом с останками моего ядра реактора. Добро пожаловать на Черный Исход. Место, где сбываются мечты. Блин, здесь же у нас был этот Карген, да, ведь Сумрак? И тут, блин, тебе это лучше да, могло убить да, спокойно. Да. Вижу, ты познакомился с моими друзьями. Радиолярная. Нейра и ее злой двойник, Нейра. А какая из них злая? Если бы у меня были чувства, опять я бы обиделась. Показатель сломался. Показатель. Вот что это такое? Он все еще указывает назад. Ну, бывает. Баги. Ой. А может и правду надо... А назад. Может мы реально не в ту сторону идем, блин, я фиг знает. Можно считать, что нам частично стерли память. Ага. Большее погружение, лучшее погружение. А, ну да, да, нам в другую сторону. Круто, круто, Куки. Редко сильно пакует в боевой группе. Да что-то даже когда я в соло проходил начало, у меня там не было музыки. Задали вексам жару. Ну, в смысле, устроили резню. Я спрячусь на Черном Исходе. У меня? Но мой корпус разорвало на 108 частей. 20 палуб в земле. А система охлаждения? А, и крыша съехала. Все. Мы знаем. Из башни. Мы знаем. Крыша съехала, поехал. Я просто хотел, чтобы Векса и Падши переубивали друг дружку. Тогда ты все пропусти. Ага, но этих это надо уже убивать. Очень большой Векс. Путь перекрыт. Вексы поставили барьер. А че он в другом месте-то, этот Векс? Я помню, он здесь бывал. Раздави его. Ну, вот так вот. Понимаю, понимаю. Хорошо. Ну, вообще, да, было бы удобнее его это...
поближе все-таки поставить к выходу. Теперь да, теперь он у выхода. То есть мы должны были по нему пострелять, по идее. А он такой: ой, ребята, пойду-ка я лучше вон к тем воротам. Происходит понимание, короче. Эх. Предатель повержен. Держись, Кейт. Мы идем. Это хорошо, потому что падшие уже здесь. Что делать, Векс в капсуле с Экзо? Экзо-Кейт 6, встаньте в защиту. Отличная работа, Нейра. Теперь падшие до нас не доберутся. Правда же? Они не смогут до нас добраться, да? Советую поторопиться. Кажется, они только что сказали, что хотят оторвать мой рог. Мой прекрасный, замечательный рог. Помним мы твой рог. Да это мы! Что, все, ГГ? А, все? Наверное. Или нет? Еще подкрепление. Только начали, да. Ей, тир! Тира на сазе. Нормально он переместился, блин. Наш милиция. О, падшие что-то выронили. Что-то. Вот я в свое время, для меня это было шоком, когда многие узнали, что можно заряжать этот снаряд. Чем? Ну, типа, ты пальнул и держишь кнопку, чтобы он взорвался по машине. Ну да. Типа как это. Дистанционный взрыв. Просто он там как раз, когда у нас появилась тюрьма старейшин, тоже появились вот эти вот пушки. Пока мы там ключи лутали, там Форт Боярд устраивали, от ящика к ящику бегали там. Который, чтобы открыть сундук несколько раз в одной и той же локации. Оттуда просто ключ падал, который позволял потом лут получить из тюрьмы. Обновляю список экипажа. Новый капитан подтвержден. Добро пожаловать, капитан. Ну он капитан. Хороший гриник. И можно мобов ослеплять. Эй, не высовывайся. Значит, это правда. Свет вернулся к тебе. Нет, не то чтобы я завидую. Но ты коней-то придержи, а то что обо мне подумал? Позволь спросить, зачем тебе телепорт Вексов? Подобраться близко к Боу, пальнуть ему в башку, потом слопать бутер. Сначала надо разобраться в этой штуке. Любопытный факт о технике Вексов. Она мудренее, чем кажется. Кейт, это не сделать одному. С чего это? Ну, убьешь ты Гоула. Когда Красный Легион покидает систему, победа ли, поражение, они все уничтожают. Попробуй пути, да. Злодеи, которые творят зло. Ага, я понял. Извини, но я тебе не верю. Кабал не оставляет за собой абсолютно ничего. У них оружие, способное уничтожать звезды. И оно нацелено на наше солнце. Эй, тише, тише. Схемы перегорят. У Завала есть план. Ты ему нужен, Кейт. Ага, Завала всегда говорит, что у него план. Вот схемы перегорят просто... у Кейда или у призрака? Завала сказал, что я ему нужен? Вы своими глазами видели, как он говорил эти слова?
Да, видели. Скажите мне, что у вас есть запись. Но хоть и Кора это слышала. Вообще-то, она пропала после падения города. Мы не знаем, где она. На Ио. Она улетает туда в моменты сомнения. И... спасибо. Я твой должник. Первого призрака достать? Да блин, я просто этого поставил, чтобы у меня путеводный свет был. А ведь с выходом DLC, да, появится возможность кастомизировать призрака, да? Да. Моменты катсцен хотя бы. Я, блин, забывать буду каждый раз. А ща, ладно, давайте посмотрим, есть ли у нас тут призрак. Который... как скажете, мистер, путеводный свет, и который похож на сюжетного. Я там в основном одевал на на блеск призраков. Пример. Ладно, его поставили вот этого. Пойдем дальше. Нам... а, нам надо с ней поговорить. Привет. Должно быть, вы друг Кейда. Я нейроматрица. Рада, что нам удалось встретиться лично. Я знаю, что вы отправляетесь на Ио. Если вернетесь, буду рада помочь с исследованием вексов. Можно их обокрасть. Это шутка. Красть плохо. Как правило. Но вексы — это же инопланетные чудовища-роботы. Стандартная мораль к ним неприменима. Это не убийство, они же роботы. Пожалуйста, приходите еще. Все, кого я когда-либо знала, мертвы, а их кости рассыпались в прах. Мне очень одиноко. Да, Куки, ценю твою готовность поддержать меня в курсе, но там неправильный каталик указан. Он, по-моему, указан на симметрию. И да, мы его давно видели, естественно. Ну, если ты про имеешь в виду катализатор, напусти он. Так, нейроматрица и корабля «Черный исход» готовы помочь вам в борьбе против вексов на Нессе. Но сейчас, когда Кейт 6 выбрался из своей передряги, пришло время найти Кору Рэй. Помогите Коре в ее поисках, выполнив миссию святотатства. Куда уж круче делать бастион. Ну, 7 патронов, как в Телесто. Типа, у Телесто, да, там каталик делает 7 патронов. У него, я подозреваю, тоже, если когда-нибудь выйдет, то будет тоже 7. Тогда, получается, надо делать какой-нибудь ему нерф. Ну, в плане, там, время зарядки, например. Ой, если там время зарядки будет увеличиваться с увеличением магазина, то все это, блин, сразу. Минус катализатор. Не буду его делать принципиально. Ну, катализатор на Last Word. Может быть, если там он появится, то им можно будет снова на клаву мыши пользоваться. Ио, здесь все пропитано энергией, что странник оставил после себя, не завершив начатого. Неудивительно, что это место свято для стражей. Теперь, когда Кейт снова с нами, все, что нам осталось, найти Икуру, восстановить авангард и устранить всемогущего. Ой, как красиво выглядит, причем на фоне пирамиды.
Мне много где довелось побывать. А, Джон, тебя не слышу. Я возвращаюсь сюда. Черт. Да я тут вообще офигевал, ребят. Я сижу, смотрю прям на фоне пирамиды, как очередь. Прям вообще здорово выглядит. То есть из-за того, что пирамида у нас на Ио, она и в катсцене появилась. Да. Икора, завала организует сопротивление, и он уверен. Что проку сопротивляться, если выживешь только ты? Я думаю, что Гоул знает, что этого места коснулся Странник. Он отправил Легион на поиски того, что им не дано понять. И они и дальше будут осквернять все, что нам свято. Все, пространство на временной континуум сломан. И стоит Икора, говорит что-то про тьму. Спаси Ио, Страж. На этот раз не упусти свой шанс. Конечно, забавно. А когда и проклятие Осириса будет проходить, тоже это будет такой фон. Чё звука нет, Квас? Не пугай меня так, пожалуйста. Блять. Ауч. Есть звук. Квас забродил, уже не слышит. С тех пор, как я здесь, в небе постоянно курсируют корабли Легиона. Надо узнать, что они затевают. Проберись на базу. Взгляните на небо. Что это, Икора? Где Страж, где Икора в касание? Энергия Странника. Асист, что асист. Они наделали? А, можно его тут вызвать? Я уже по привычке пошел без него. Икора, шансов нет. Тёма такой рядом на велике поджуживает. Я тебе не мешаю, типа? Это не только мой свет. Я могла попытаться. Должна была попытаться. Но после стольких смертей, возрождений и новых смертей, Странник оставил мне всего лишь одну жизнь. Я боюсь ее потерять. Сбиваем! Легион что-то грузит на корабли. Надо выяснить, что они вывозят. Важна каждая крупица информации. Возможно, смерть ждет всех нас. У Гоула есть орудие, способное взорвать солнце. Что? Зачем ему уничтожать то, что было завоевано с таким трудом? Проберись на базу. Там мы найдем ответы на наши вопросы. Ну, а так мне понравилось, что получается, Кейт там херней страдает. А, этот, как его? Это не в духе Кабал, вложить столько сил. Завала пытается их всех трек собрать. Айкора медитирует, понимаешь? Мы приближаемся к Большому Буру. В нашем понятии тупо молится. Они извлекают энергию Странника? Это не свет. Так невозможно получить благословение Странника ни мне, ни Гоулу. Или возможно? Икора? Что ты видишь? Не знаю. Пространственные разрывы. Поле вижу. Какая-то магия. Одержимые. Вот здесь, по поводу одержимых, если бы персонаж у меня был с первой частью связан аккаунт, то он бы сказал, что это типа одержимый сам. Ну, типа призрак. О, даже так? Ну, то есть они сюжетку первого года пытались там как-то поменять, и в зависимости от того, какой у тебя перс. А потом как-то уже забили. Ну, типа, только... Когда там мы на свой гроб смотрели, когда бастион доставали. Они были раньше. Ага. Там вот тоже могли твои титулы перечислять. Ну, юный гоб, да, что мы говорили по поводу первой части. Они уже не падшие, по-другому было. Бохулья обратилась. Там он титулы перечислял вроде. Он... Постойте. Неужели Гоул задумал провернуть то же, но со светом? Все сходится. Я наконец-то решил навестись у меня. Тех.
Погрец. Очевидно, что Гоул извлекает энергию, оставленную странником, в надежде превратить себя и Красный Легион в служителей света. Если ему это удастся, он станет бессмертным, неукротимым. Нужно сообщить Завале. Встретимся снаружи. Да что с этим указателем? Не так, блядь. Не, ну ты посмотри только. Маршрут построен. Угу. Ой, видимо, не туда. Через жопу. Это как, это как я помню в этом, в GTA-шке было. И это что в пятой, что в четвертой, маршрут через такие ебеня строится, что ты такой. Ладно, я, пожалуй, сам. А маршрут продолжает издеваться. Угу. Типа, нет, нет, ты неправильно. Вот давай-ка, давай-ка. Я. Паша Блейза. Все страдают херней. Боевая тревога! По всем каналам! Кто-то или что-то привлекло сюда одержимых! Ашер Мир? Это ты? Неважно! Одержимые высасывают энергию из Луны! Предполагаю, что Ио взорвется, если кто-то в это не вмешается! Страж, мы не можем потерять это священное место. Сделай все необходимое. Останови одержимых. Мы не можем потерять это священное место, поэтому мы его потеряем потом. Ты-тыщ! Так. Цениться с икорой. Чё? Ну, надо сначала разобраться с содержимыми. Даже без финального боссика. Похоже, одержимые создают что-то вроде портала. Остановите их! Безмозглые паразиты пытаются вызвать всех своих призрачных дружков, чтобы поглотить эту луну! Ваш блейзер бегает. Что за ивент с этим будет, не в курсе? Да там будет дань памяти отдана там квестом небольшим. Одному из разработчиков Vicarious Visions, которые в Activision были. Ну и помогали Bungie с контентом. Кажется, там паноптикум делали и так далее. Переносили на игру на ПК. В общем, нормально так поработали. Дай нам минутку. Мы разберемся с этим. Мы его явно не закрыли. А, точно, у нас... Разберитесь с бардаком! Не было. Подержимых из-за того, что Пашка насился. Портал закрыт. Опасность миновала. Икора, я знаю, что это место дорого тебе, но... Мне больше нечего делать на Ио. Солнстояние в прошлом году. У меня осталась только одна жизнь. Я с радостью отдам за победу над Голланд. В путь. Ну да, как и позапрошлом году тоже. Нам нужно поговорить. А для тебя назойливый страж. У меня тоже. Сколько тут этих ивентов праздничных? Новогодний... Ну, на каждый сезон. Багряные дни. А. Солнцестояние. Тогда получается. Фестиваль усопших. Ну, просто зимой два. А так на каждый сезон по одному. Зимой два. А чё? А, не, стоп. У нас был этот Реверли весной прошлый. В этом году его не было. Где был Бесконечный лес снова? Угу. Тогда, получается, в этом году у нас было будет 4. Привет, Спорт. Запомни, сколько дадут опыта после миссии.
Можете в стоп-кадр поставить и посмотреть. На записи. На клипе. Ико рассказал мне, что командир... Как его там? Да мне все равно. Подготовил план атаки так называемого всемогущего. План, не подкрепленный никакими данными. К счастью, здесь находятся обломки старой межпланетной сети связи. Из этой сети мы получим информацию о технических возможностях всемогущего. Тогда-то я и объясню этому завале, почему его план неверен. Ох, как а, Игорь Стражи, все, спасибо. Моментом. А, да, тем точно. Временем, я не собираюсь упускать возможности. Блин, для а как тут ивент назывался? Равноденствие? Поэтому ты будешь моим ассистентом. Без понятия. А теперь я уже иди не помню. И не трать мое время. О, так. Ашер Кумир. Мы многого не знаем о флагмане Красного Легиона. Всемогущим Ашер Мир знает. Считает, что получив доступ к сети военных и Золотого Века, вы сможете получить данные, которые помогут вам увеличить шансы на победу. Выберите экзотическое снаряжение, выясните, какое слабое умение. А, выберите экзотическое снаряжение. Угу. Дай. Выбрали, конечно. Проверяй, блин. Я помню, когда Бетки играл, что получали, солнечный выстрел. Да, не, а кстати, я помню, там кто-то говорил, да, то, что это у него рука получилась, ну, типа, это его настоящая рука, просто ее видоизменили, а не то, что там ее обтяпал. Я уже что-то не помню точно. Весенний карнавал у вас, спасибо. Храни верность свету. Ценой. Я понимаю, Арах. Я готов передать свои данные. Арах, жаль. Подгрузочку. Рубают с 7 до 8. Да, получается так. Но в этот раз, да, что-то как-то подольше. Хотя я надеюсь, что будет возможность там погулять еще. С возвращением, Лайм. Привет, Марк. О, хай, Марк! Как там известно, видео? Планирует атаку Челик упал. Товка. Ай, Билл. Ай, Джонни. Уверен, мысль он так. А, у Гоула есть штука, которая разрушит солнце. Один над хитрю, один над... О, хай, Марк. И все. Это отчаяние, Ашер. Завала забыл, что не бессмертен. Уже нет. Отправляйся к месту добычи энергоресурсов, Страж. Используем военный ИИ, часть системы обороны планеты, и просканируем всемогущего. Здесь, конечно, успеем допройти, там ведь сколько осталось? Миссии 4. Икора, мы обнаружили еще один бур, и он большой. Огромный. Отлично. Они пробурили проход в шахту военного ИИ. Сканер внутри. Ясно. Ищем пульт управления и избавляемся от бура. Тут. Тихо, Паш. Покуха. Паш, не трогай. Мы подключили к буру питания, но он не сдвинулся с места. Кнопки Джона. Такое раздражающее соблюдение правил безопасности. Пульт ручного управления должен быть где-то неподалеку. Уму не
непостижимо. Как эти близорукие недоумки из Красного Легиона не заметили, что пробурили дыру в шахте военного ИИ? И не такое случается. Хит, я тут сюжетки сейчас. Резк параказуальной энергии. Количество стерильных нейтринных частиц. Ваня, в сети разве? Пятеро. Это значит, остерегайтесь одержимых. Найми уже переводчика, Ашер. Еще нету. Это как с прихлопом было, да? Ну, Немезис, мы уже его посмотрели. Там нас подержали в курсе где-то, по-моему, минуты через три, как он вышел. За что пацанам спасибо. Оперативненько. Запись на канале я лежу, кстати. Смотри. Не понял, где лупин коина. Ну, все, яркая пыль теперь. Хоть где-то сможете ее пофармить. Курс изменился, ребят. Не, ребрендинг. Здорово, сметанка. О, квас. Отлично. Есть, сметанка есть. Ручное управление. Надо еще колбаску, и можно будет пожрать. Ну там и яичко нужно варен. Картошка. Блин, Паш, ты опять на кнопку нажал. Не трогай кнопки, плиз. Отлично. Отправляйтесь к месту бурения и проникните в шахту военного ИИ. Руки так и чешутся сорвать план вувузелы по атаке всемогущего. Вувузелы, сука. Как сказал Ашер, руки так и чешутся. Я не трогал. Ну ладно, но я сижу за тобой. Ну хоть по мобам разрешу. Тут думал, все, никакого контента нам. Да вообще, ты прикинь, они так и будут думать, то, что тут кнопку не надо было нажимать. Вот и комбо-обед, да. Биг Мак там, чизбургер. Это искусственный интеллект, призванный защищать человечество от... У меня ник в PSN, я здесь пицца. Хочу пиццы. Ого, Бур включился. Что? Поднимите его, пока он не разрушил шахты военного ИИ. Как ебе новый экзот. Ебе он классный. Ебе. Да слушай, нормальный. Он свою функцию выполняет, по крайней мере. Ну, типа то, что откатывать гранаты и обилки все остальные. Ну, типа, в таких человых заданиях, да, и когда ты делаешь контракты всякие, триумфы на убийство всяким говном, это вообще незаменимая вещь, по-моему. Монте-Карло сосед. Я вот пока себе это на багреце каталик наливаю. Кстати, тема. Чё еще, чё делать? Я уже там успел вчера пробомбиться, блин, тема того, что... Сидишь вот просто целыми неделями только и делаешь, что яркую пыль дрочишь. Поднять бур. Наконец-то. Спускаемся в шахту. Маска Тихого, да блин. Катарвей, сегодня будет небольшой квест в честь разработчика Vicarious Visions. Блин, запилите кто-нибудь клип с этого, ребят. Там просто дань уважения ему отдают. Он там умер недавно, к сожалению. Ашер, Икора, мы направляемся в шахту. Страж убит. Это будет нечто. Байт на то, чтобы я поесть, да, нас. Можешь сказать примерную разрушительную силу всемогущего в зета-джоулях? А он мне. Нет, Ашер, не могу, ведь я беспросветный идиот. Фига он быдло, блин, а? Не слушайте Ашера. Главное найти ИИ, подключить к сети, а об остальном мы позаботимся. Ну просто тупо быдло.
Так, кстати, Джон, я видел кого-то, я не называл, кто терпел пульный на рандомный бан или кого-то. Спасибо. Прикольно, наверное. Не, у меня тут можно тайм-аут получить, если подержишь в курсе, но и при этом не заплатишь за держание в курсе. Знаешь, какую-нибудь офигенно важную информацию в кавычках предоставить стримеру, когда он ее не просит. Привет, Толик. Почему Артём не стримит? А почему Артём не стримит? А потому что... Вот потому что, ребят. Тонкости. Вчера я так постримил, что у меня голос сел. Вот. Да, мы видим, сегодня бы голос лег. Да. Ушел. Ко дну. Тут одержимые. Сами слышите, какой у меня голос. Да не, немного отличается в целом такое. Ну да. Я просто сперва подумал, что новый микро. Потому что как-то другому тапок чище, вот чище что ли стал. Признал. Тапок не признал? А. В смысле чище стал? Ну звук какой-то более четкий что ли. А? Да прошли они вчера позже, Толик. По-моему, они там еще по ноптикуму пошли. Всемогущий неразделенный связан с гармоническим тоже резонансом трубок магнитного потока Солнца. ПЖ, да, прошли. Я, как обычно, получил по разничной ничего. Пора мне вернуться к команде. Тебе понравилось, что я как Артём три по ветке брал? Нормально. Ага. Скажи-ка еще раз, глашатай, чем ваши стражи заслужили свет? Какова цена такой силы и бессмертия? А-а, преданность, жертвенность, смерть. Смерть. Поясни. Преданность делает храбрым, храбрость делает жертвенным. Жертвенность ведет к смерти. Страх рождает гнев. Гнев рождает ненависть. Сразу покончить с собой. Вот она, дорога к темной силе. Жертвенность. С самого рождения я был изгоем. Заморышем. Как и принято у кабал, меня выбросили. Спартанцы какие-то. Да. Меня подобрал опальный старик-ученый. Он увидел во мне что-то стоящее. Он растил меня, учил, тренировал. А теперь из благодарности я стану орудием его мести. Мести империи, что предала его и саму себя. Изгнание, насмешки. Боль. Все это сделало меня сильнее. Я отдал все, чтобы добиться не просто одобрения, а славы. Моя маска глашатай скрывает воплощение преданности и жертвенности. Я не возьму свет силы. Что там, Артур вошел? Сделать это будет поражением. А я не знаю поражений. Казалось. Теперь ты понимаешь, почему я буду избран. Понимаю. Понимаю, сколько ты сделал. Операция на спутнике Юпитера завершена. Как только закончим клетку, будет все необходимое, чтобы начать процесс извлечения света. Доминус, все, чего мы добивались так долго, почти... Как же они мне напоминают космодесант с камер. Твой приказ. Этих, из Вархаммера какого-нибудь? Да.
Это не выход, мой друг. Росси. Опять же телосложением-то. Но это верный выход. Единственный. Здорово, Питер 1, здорово, Питер 2. Сколько миссий прошло? Ну, мы тут сейчас до земли дошли. Снова, до второй. Хранилище. Привет, Кэнди. Ти-ти-ти-ти-ти. Курси. Привет, Кипер. Тик. Ну шо, с Вариксом повидаемся, да? Yes. Машина войны Кабал. Блин, надо будет, наверное, как-нибудь в первую часть зайти, попробовать, ну, заглянуть в этот, в тюрьму старейшин. Если я правильно понял, Варикса. Сейчас куда ни кинь, все клин. Напротив. Теперь мы снова вместе, и у нас появился шанс. Дело в чем? Уничтожив оружие, мы запустим цепную реакцию, и на месте солнца вспыхнет сверхновая. Ну, по крайней мере, мы вместе. Верно. Мы все знаем, что делать. Нужно освободить странника. Мы втроем сможем полковник. Это повернуть, будь у нас ведро взрывчатки. Угу. Люс? У меня еще есть телепорт век. Сейчас красуется в ангаре. Радиус небольшой, придется подобраться поближе. Значит, мы должны проникнуть в город, чтобы он сработал. Но у нас нет света. Прямая атака на стену обречена. И мы... О возвращении можно забыть. И ладно. Как туда попасть? Знаете, городская стена, она как этот сарай. Проникнуть внутрь ничего не стоит. Конечно, если знать как. А ничего, что она тут с трех метров спрыгнула? Ха, я не ношу плащ. Да. Вижу. На одной ноге. Левая пончик. Ваша группа должна проникнуть в город незамеченными. Мы с моими людьми вам в этом поможем. К тому же мы неплохо стреляем по врагам. И человека. Хоторн, мы уже привыкли рисковать жизнями, но... Это не совсем твоя битва. Ты же не... Страж? Не одни вы знаете, что такое так жертва. Так грустно посмотрела. Вы забыли, что мы обходились без света всю жизнь? Говорят, что мужики мерятся чем-то. Когда-то этот белый шар в небе помог всем нам. А теперь пора отплатить за помощь. И не только стражам. Классная речь, но что там со сверхновой и полным уничтожением всего живого? Если всемогущие не подорвать, отключим его орудие. Таким образом, страж должен попасть на борт. Если полетим через армаду Кабал, без маскировки не обойтись. Если вам нужен корабль Кабал, рядом есть их база. Вчера еще один видос вышел. Но прокрасться туда нелегко. Хватит, ну там не совсем про хранилище, но в целом. Если я и научился чему у Кейда, так это важности эффектного появления. Чудненько. Чё-то не вижу у него татушки. А ты? Нет? Мне кажется, он имел в виду не тату, блин, а вот эти вот, как его, переливающиеся херовины. Он же с шеей. Он же из пробудившихся. Ну да, возможно. Показалось. Что там в хранилище скрация? Ну, контент в хранилище уйдет. Вот мы сейчас проходим тот контент, который в хранилище уйдет. Ну, сюжетка там первого года полностью. А, ну и плюс там трейлер вышел Европы, ну, карты, кто не видел. Да, и схема карты, можете посмотреть. Видос там у себя на YouTube выложил. 7 минут. Есть у него татуха, ну, блин, сейчас... Круглая. На башне вмятина какая-то. Может, пятно родимое. Да сколько все-таки народу, смотри. Бегай. На ферме, да. 781, 755,
2007-е там. Эх, зеленые. Один чувак, 1068-й. А, нет, еще. Нормально так чуваков прокачано. Помню, еще здесь шаг стоял. Говорят, это культ войны. Эх. Раз, два, три. Что-то громко трещит. Очень громко. Четыре... Три страницы в игре. Мне нравится смотреть новости во время работы. В пути. Нет, я про другое хранилище. Как трейлер? Трейлер классный. Уже хочется. Здесь у него татуха круглая, окей. Так уж и быть. Приходите в любое время, Страж. Все открывается, хороший вид. Тебе сегодня кролик? Да. Посмотри на этого Стража. Так-то. Помнишь ту базу Кабал? Ее держит приятель Гоула, кровавый страж по имени Тумас. Мы узнали, что у него есть доступ к Всемогущему. Ты проникнешь на базу, украдешь корабль Тумаса, на нем доберешься до Всемогущего и выведешь его из строя, пока он не взорвал наше солнце. И сделай мне одолжение. Заодно прикончи Тумаса. Дашь сигнал, и мы пойдем в атаку. Отвоюем город. Я уже не надеялась, что ты вернешься из своего путешествия. И тем более не ожидала, что ты приведешь с собой авангард. Только посмотри на нас. У Красного Легиона нет шансов. Так, Сурая Хотор, у нас новый план. Отряд Стражи, потерявший свет под руководством авангарда, проведет контрнаступление на оккупированный город в надежде освободить странника. Пока вы отключаете суперорудие Всемогущего, нацеленное на солнце, способное уничтожить всю Солнечную систему. Чтобы проникнуть на Всемогущего, незаметно вам необходимо украсть личный корабль одного из приспешников Гоула, Кровавого Стража под именем Тумас Нис... И... Стражи любят символику, так? Да-да-да, с символикой за трах. Тебе сегодня кролика или голубя? Дам тебе что хочешь, птичка моя. Я провел сканирование. Кормит свою птичку. Так, ты все там поговорил? Да, я поговорил. Хочешь поговорить о делах клана? Вот он тут моложе, да я просто настройки графики на максимум поставил. Но, честно говоря, я не знаю, кто-нибудь заметил разницу с обычной, ну, через стрим. Гоу хайпить, зеленый, запускай. Сатен битсов и вперед. Я заметил. А, ну окей. Настя такая, покажи пример. Ну, сапка там или 100-500. Так их. Так, а куда идти-то? А, все, появился. Страж, тебе предстоит... Просто пока там Паша не появился, я не видел. Посылаю Волида с чем-то особенным. Да, Завала, летит. Мне нужно кое-что у тебя спросить. Когда ты сказал нашему стражу, я цитирую, мне нужен Кейт. Это ты что за порнуха прям? Не, не прослезился? Холидей, докладывай обстановку. Внесите протокол, не отрицал. Скоро прибуду, командир. Чё-то какой-то ассумуэр от Кейда прям. Ну так он, знаешь, значит так... Внимание! Прижался к микрофону. Ты перезла нам танк? Ты снабдил их танком? А почему мне танк не давали? Забавно. Ясно, что ты по мне скучал. Да вообще, чуть ли не в трусы к нему залез. Да. Ой, помню, блин, эту миссию, когда мы там солнцестояние долбились, блин, тут. Эти сферки делали и так далее. Зеленый, спасибо большое за станбицов. Не, слушай, смотри, мужик. Ну, гоу хайповозить чатик, а двух человек по станбицов и... Сможем с Малике поутать. Поехал, танкист. Да. Да, и тут таночки. Танчики. Страж, обращайся.
Возвращайся, если тебе понадобится еще одна. По-моему, высокий оседник не особо отличается, внимание к синему морал бросается. То есть мне ничего, а им танков сколько? Я там на минималках обычно играю, так как я особо разницы не вижу, а ну лишних 10, там 20 FPS хочется. И учитывая то, что я много играю, мне, честно говоря, хочется как можно меньше компьютер грузить. Так, пацаны, есть пробитие. О, тарантайка. А, я забыл, потому что еще корабль был. Так, интересно, он не свалится? Ну-ка, если я буду медленно ехать, он еще сможет стрелять? А вот когда развернулся, он спрыгнул. Красиво, байт удался. Ну, слушайте, осталось 3 минуты до запуска хайповозика, если вдруг кто-то захочет. Так, а я могу похилиться. Только новый призывать, да? Потом там появилась же возможность в других сюжетках. Или там к себе. Ой, танк улетел твой. Угу. Это ты там. Угу. Настя, спасибо за 100 битцов. Не думаю, что нам удастся пробить эту дверь. Хорошо. Осталось минута, чатик. Здорово, Зета. Ну чё, от одного человечка 100 битцов или сапку и сможем запуститься. Блин, осталось 1.5 минуты. Сейчас, кстати, узнаем, нас выкинет, не выкинет. Ну, кстати, ну, по идее, должно. Если у кого сейф на яму, лайм забей, сейчас скоро ни у кого сейва не будет. А, 45 минут, типа, ты имеешь в виду, да? Будьте начеку, транспортник уже заведен. Вам нужно поторопиться. На том транспортнике дома. Зеленый, спасибо большое, там, за 100 бесов. Ой, нам ой, надо да, третьего человечка. Блин. Чтобы запустить. Но ты время продлил. Сейчас у людей получается будет 4 минуты. Ну, для того, чтобы третий человек сатен закинул или подписался. И, конечно же, у Красного Легиона тоже есть танки. Ну, у них танки больше, кстати. Угу. Вот эти большие. Летают еще. Что ж, они убрали мост. А у нас они по-прежнему на солярке работают. О, твой супертанк не умеет летать. Вот как же Кейт завидует, что у нас есть танк, а у него нет, блин. Зой, он это... Ой, злорадствует. Зеленый, спасибо большое за сап. Но нам все еще нужен один человечек. Сатен битиков не хватает. Чатик. 3 минутки осталось. По-моему, даже 2.5. Я уже сбился малость. Когда там от Насти было последний раз. Хотя, наверное, это уже будет, что он крутит своим поршнем.
балансирует, как в саде спасения на этой балке, когда мы поднимаемся наверх. Танк можно переехать все-таки мелкий. Пост, да. Гадал каждый раз. Ой, пора валить. Страж убит. Паша Блейза. Ястреб сбит. Платим грамочку. Ой, я знато поджёгся. Я тебя смогу танком выяснуть? Танком? Видимо, ну нет. У, тварь. Как посмотреть, какие пушки сейчас в мете нет, но на сайте, на Destiny Tracker, на Trials Report. Преграда на вашем пути к всемогущему, Думас не сломленный. Он кровавый страж, один из избранных Гоула. Ну вообще сейчас, как бы, 600-е автоматы в мете, 150-е револьверы, 540-е и 390-е пульсы. Что еще там у нас? Шотики, плазменные винтовки экзотические, снайперки 90-е и 72-е. Они окружают транспортник щитами. Погоди, видишь те генераторы? Чтобы попасть внутрь, нам нужно их вырубить. О, какие большие генераторы. Вафли, пришли мы с вами. Сейчас сделаем большой этим генератором. А, я пойду вот по другому генератору. Ага. Так. А. Один есть. Щит отключен, но корабль вот-вот улетит без нас. Не дайте ему взлететь. Пара снарядов выхлопные и дело в шляпе. Сейчас надо отойти. Огонь из всех орудий. Корабль на вечном приколе. Пойдем искать Тумаса. По приколу. Отлично, страж. Кейт, когда все это закончится, я поговорю с Колидой насчет танка. О, и я по тебе скучал. Что он хочет уничтожить эти большие генераторы? Да вообще не говори. Блин, пока мы тут уничтожали, попустили их и по воде. Еще я просто вижу генератор, уничтожаю. Я страж простой. Найдите Тумаса. И уничтожаю. Окей, ну... Снова здрасте. А, сейчас начнется обслуживание. Ага. Блин. Игры будут завершены. Ну, наверное, нам дадут завершить, пока мы на орбиту не выйдем. Ну, надеюсь. Не, ну попробуйте, Куки. Конечно. Там тяжеловато. Готово. Мы на транспортнике. Хорошо. Ваша цель — Тумас Несломленный, один из избранных Гоула. Коды, ключи от его корабля — ваш билет на всемогущий. Пока вас не было, Хоторн с ним уже столкнулась.
Не зря их зовут кровавыми стражами. Я бы сказала осторожней, но... Последней команде это не помогло. Найдите командный отсек, там будет Тумас Несломленный. И сломайте его. Сломайте Несломленного. Ха-ха-ха, дошел. И Кора магиот. О, торговец оружием сразу. Вспоминаем. И надо же будет, наверное, еще и налет и потом все пройти с этими планетами. Мостик должен быть над нами. Давай найдем консоль со схемой корабля. У меня. Пора искать Тумаса. Тумус, Тумус. Тумчик. Тумус. Ты меня подкинули. Будьте осторожны. В команде, которую я потеряла, были отличные бойцы. Из самых лучших. Наш страж справится, Хоторн. Для нас это обычное дело. Такое, для нас это обычное дело, сидит нифига не делает. Я помню, без света, вы от меня. А, хотя ладно, в этой сюжетке они все-таки повоевали немножко, даже ранее, даже кто-то из них там. Ну, в начале. Дверь заперта. Осмотритесь, всегда есть другой выход. Дырочка? Жаль, меня там не будет. Уж я бы постреляла. За своих. Твое время еще придет. За спецназ, да. Спецназ! Тихо, наверное, поближе просто фикс. Ой, я упал. За себя и за Пашку. Также за манную кашку. Мы почти в ангаре. Тумас уже знает, что за ним. Поел недавно манную кашу снова, спустя там много лет, и такой. Как ей вообще можно наесться? Возвращаюсь. Вот только сброшу с хвоста пару уродцев из легиона. Не, я чисто всял. Смотрю, у каждого своя есть. У меня гречка. Ага. У всех Дима работает. Дима сейчас скоро не будет работать, не переживай. Тебе на кнопку надо нажать. А, да-да-да. Он уже не работает, а? А, фантом, то есть ты так и не сделал, да? Пистолет. Беги, беги. Как же она стреляет. Бэнг, 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 бэнг. Не держите дверь открытой, если не хотите меня видеть. Опа! Не. Пресс F. Ну, продолжим чуть позже, значит, прохождение сюжетки. Ставим лайки, подписываемся, да. Эх.